Более 1500 компаний со всего мира принимают участие в выставке потребительской электроники в Германии. Организаторы говорят, что в павильонах мероприятия в Берлине в этом году соберутся 150 тысяч покупателей и более 1 000 000 посетителей. На рынке множество базовых трендов, говорит глава выставки. Если речь о телевизионных трендах, то, конечно же, это UHD – ультравысокое разрешение телевизоров, а также вогнутые экраны. Каждый крупный производитель представит свой вогнутый телевизор. В целом мир взаимосвязан, и тренд этого года – взаимосвязанность. Голландская компания-производитель электроники Philips представит на выставке свой умный телевизор с ультравысоким разрешением и собственным процессором. «Мы используем всю мощь операционной системы Android в наших телевизорах», говорит представитель Philips TV. «Управление становится быстрее и проще, играть можно по-новому. По сути, наш телевизор заменяет консоль». Японская Toshiba продемонстрирует модель телевизора, заменяющего зеркало в ванной комнате. «Это зеркальный телевизор, который, конечно же, может показывать фильмы. На нем можно смотреть ТВ, но и многое другое. Например, он может пожелать вам доброго утра. Пока вы смотритесь в зеркало, телевизор скажет вам, какая сегодня погода и какие у вас запланированы встречи». Выставка потребительской электроники открывается в пятницу. Речь произнесет президент компании Samsung, которая представила накануне в Берлине свой новый смартфон Galaxy Note 4.